Сегодня вечером в Казань прилетают туристы, застрявшие на китайском острове Хайнань. Все 369 татарстанцев прибудут в 17:00. Напомним, с понедельника россиян из города Хайкоу стала вывозить авиакомпания «Ир Аэро». Сегодня президент Татарстана презентует экономический, инвестиционный и культурный потенциал республики в рамках пленарного заседания Совета Федерации Федерального собрания России. Также пресс-служба президента сообщает, что спикером часа субъекта станет Фарид Мухаммедшин. В Спасском районе Татарстана спасатели ищут 6 рыбаков. Их снегоход провалился под лед. К месту, где предположительно находятся рыбаки, выехали спасатели на судне на воздушной подушке. Поиски продолжаются.